О, смотрю, возобновилось. Давайте, давайте, шустрее. Друзья, товарищи, чё вы там, блин, налево уходите? Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 60. Поверните налево. Время. 12 декабря, день Конституции вчера был. Все, пожар проехали, зрителей не осталось. Взят новый курс. А я тоже думал, до 10 километра довести. А максимум что-то было 8. 8 зрителей одновременно. Еще одна пожарная проехала только что. Так, двигаемся по Варшавке в сторону центра. Время 11 километров. Вот то, что слева сейчас темное на небе, это не тучи, это все дым оттуда идет. Поскрипывает. Впереди камера на скорость и на полосу. Ограничение 80. Возможно, колодкам хана. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 80. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 80. Что это может быть? Без торможения поскрипывает в задней левой части авто. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 80. Да, туда и скорые, и пожарные едут, и ДПС, и кого там только нету.
Впереди неблагоприятные условия. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 80. Так, направо у нас сейчас будет съезд на Нахимовский проспект. А мы дальше. Большая Тульская в центр. Через 600 метров съезд. Поверните направо. Впереди камера. Ограничение 80. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 80. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 80. Сейчас будем проезжать слияние Каширки с Варшавкой. На соединение здесь Каширка слева вливается в Варшавку. Так, приближаемся к третьему транспортному кольцу. Пожарные. Походу со всей Москвы, что ли, туда пожарные едут. Интересно даже в новостях потом почитать, сколько пожарных расчетов было на месте. Так, проезжаем метро Нагатинская.
где-то еще вон визжат пожарные. Вот они. Это МЧС. Это МЧС едет. Блин, ребят, не знаю я, что там горит. Если есть возможность, загуглите. В интернете наверняка уже новости есть. Над нами сейчас сверху это МЦК проходит. Московское центральное кольцо, по-моему. Впереди неисправный борт. Камера в спину, контроль движения по обочине. Ограничение 60. Да, в Москве пасмурно как-то. Настроение от этого не очень. Впереди камера. Ограничение 60. Так, мы сейчас доедем до перекрестка, до светофора. И на этом перекрестке заканчивается Варшавское шоссе и начинается Большая Тульская улица. Ну, собственно, едем из Тулы, попадаем на Тульскую улицу.
Мы уже сколько? Километров 10, наверное, отъехали от пожара. В зеркало заднего вида смотрю, там, ну, по-прежнему виден этот столб. Да, он, я так понимаю, сейчас с любого уголка Москвы виден. Вот еще какие-то службы. Все стягиваются на Варшавку. Впереди камера. Вот здесь ограничение 60. Шоссе, и начинается Большая Тульская улица. Съезд направо на третье транспортное кольцо. Впереди камера. Антропова. Ограничение 60. А после моста в сторону Ленинского. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 80. Так как будем уходить. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Справа Ереван Плаза, слева, забыл заранее сказать, дом Корабль, как его называют, строился под Олимпиаду 80-го. Впереди плохая дорога. Ограничение 30. Съехали на Подольское шоссе. Далее на Павловскую улицу и Большая Серпуховская улица. Ну и так уже до Садового кольца. Через 600 метров держитесь правее, а затем держитесь правее.
Если слышен свист, то это вот от меня. Откуда-то с заднего левого колеса раздается. При торможении пропадает. Такое ощущение, что нужно смазать просто тормозной механизм. Как мерзко он звучит. Держитесь правее, а затем через 200 метров. Держитесь правее. Вот он съезд на Садовое кольцо. Надо, наверное, как-нибудь устроить ночью езду по Москве. Держитесь правее, онлайн. А затем поверните направо. Онлайн-трансляцию. Прокатиться по Садовому, по центру, по улицам каким-нибудь основным, там Тверская, еще какая-нибудь. Так, что у нас там с расходом? 6,4. Но это мы уже сколько в городе простояли. Собрали пробки. Слева у нас памятник Алишеру Наваи. Давайте, давайте, ребят, шустрее. Я не успею. Вот прямо перед нами Садовое кольцо. Надо сейчас под нами, точнее, в туннеле проходит. Справа сейчас будет Павелецкий вокзал. После светофора.
Я, кстати, не знаю, видно его будет, нет его, по-моему, огородили каким-то забором. И много лет уже идет какой-то ремонт на площади Павелецкого вокзала. Все никак не отремонтируют. Лет 10, наверное, уже там что-то ремонтируют. Так, вот здесь на Садовом нам лучше держаться правой полосы. Она быстрее будет двигаться. Так, ну только после поворота вот этого. Справа Павелецкий вокзал. А, ну да, виден чуть-чуть. А площадь вот эта перед ним, на которой краны стоят, 10 лет в таком состоянии уже. Если не больше. Я, честно, я вот не помню, как выглядит даже эта площадь без вот этого забора, без ремонта. Я не помню, когда видел его в нормальном состоянии. Ну что, нам до места осталось 2 километра. Через 600 метров съезд перед тоннелем, поверните направо, а затем поверните налево. Не набрали мы одновременно, смотря 60 человек, максимум было 8.